Шок. Трагедия фигуристки Евгении Медведевой. Евгения Медведева второй раз в сезоне проиграла Алине Загитовой. На главном турнире в жизни любого фигуриста Евгения стала лишь второй. После проката Медведева, всегда улыбавшаяся на льду, разрыдалась. Перед олимпийский год у Жени выдался необычайно сложным. 18-летняя фигуристка получила травму голеностопа. После гран-при Японии, который россиянка уже провела с повреждением, Медведева не выходила на лед 2 месяца. Травма в олимпийский сезон – худшее, что может случиться со спортсменом. Восстановилась Медведева к чемпионату Европы. Однако на первенстве континента, прошедшем в Москве, впервые за 3 сезона она не была фавориткой и потерпела поражение. К играм, казалось, Женя набрала лучшую форму. Закончив выступление, Медведева зарыдала. Она шла к своей Олимпиаде 3 года. 3 года она восхищала весь мир. На счету Жени 2 победы на чемпионатах мира, 2 титула чемпионки Европы, 2 выигранных финала Гран-при, победы на чемпионатах России, мировые рекорды.